Что мы тут делаем? Мы миротворцы, должны с гражданскими дело иметь. Пусть бы хренов дозор всем этим занимался. Блин, чтобы эти деды-убийцы патрульных из себя изображали. Да они просто взорвут весь город к чертям. Да, да, рассказывали. Это чертово... Сёгун, это ниндзя 3-3. Вас понял, 3-3. Что там у вас происходит? Выясняю. Вот дерьмо. Алекс Мерсер. Алекс Мер... Дерьмо. Ред Краун, Алекс Мерсер находится в квадрате 3-4. Повторяю. Алекс Мерсер на горизонте. Квадрат 3. Ниндзя 3-3, это Ред Краун. Высылаю к вам подкрепление. Удерживайте свою позицию. Ред Краун, внимание. Я не в гребаном черном дозоре. Что? И это все? А эта тварь что задумала?
Дерьмо! Ну что, набегался? Это все от вируса. Меня! Сука! Выпустите, блин, меня отсюда! У вас есть все необходимое, доктор? Полковник, прошу, надо узнать о нем как можно больше! Эй, я тебя слышу! Боже мой! Прибью, как только отсюда выберусь. Эй! Слышишь меня? Хватит сжечь его. Рукс, нет, не смей! Хеллер слишком ценен и должен остаться в живых. Ваши возражения учтены, доктор, и отклонены. Лейтенант Райли, запускайте. Есть, сэр. Приказ о сожжении от полковника Дагласа Рукса. Время 02:23. Выпускайте все группы особей! Живо! Вашу мать! Заберите меня отсюда! Надо же! Он исцелился! Твою мать! Что он со мной сделал? Райли, сжечь его! С радостью! Хеллер, жри их! Жри, если хочешь жить! Заткнитесь, док! Эвакуировать весь персонал! Установить периметр по всему зданию! Вас понял, полковник. Редлер 1-1 уже в пути. А это мой билет отсюда. Thank you.
Ты за это заплатишь. Черт! Пульт управления сдох! Охраняйте центр управления, лейтенант! О, не волнуйтесь, он точно не уйдет! Минуточку. Я знаю эту местность. Здесь рядом моя церковь. Интересно, нет ли там отца Гуэры? Мне сейчас пригодился бы совет духовника. На 15 часов экспериментов. И не тяните. Инфекция наша общая. Умоляю.